Всем привет! Всем привет! С вами Оксана Соколова и наша рубрика «Странные странности в Турции». Сегодня у нас, как мы вам обещали... Фу, прям блогершу какую-то напомнила прям. Какую? Странные странности. Странности в Турции. Сегодня у нас маленький тест. Всего лишь два странных варенья. Значит, одно варенье у нас было из... Мы решили, что... Да. Помидоры. Второе, тоже не менее странное сочетание. Апельсин с морковкой. Апельсин и морковка. Значит, вы видя вот такую банку, просто вот у меня лично возникает вопрос. Вот нахрен надо варить, блин, варенье из помидоров? Ты сейчас на паузу меня поставила? Нет, не на паузу, наоборот, выделила тебя. Увеличила меня? Увеличила, да, так, ух, прям наезд сделала на тебя. Так, у нас, значит... Кому надо, блин, готовить варенье из помидоров? Нахера это надо? Что, фруктов мало, что ли, в Турции? Ну, давайте попробуем. Мы в следующий раз еще другие возьмем. Лена. Значит, вот у нас заварился чай. Вот сюда вот выливай, что, просто просят, что зрители просят, чтобы была консистенция видна, поэтому мы сейчас будем, я пока наливаю чай. Помидоры с варенья, с помидоров, какая консистенция? Из нашего... Супер чайника. Вот я наливаю. Чайник. Так, Сережа, пока в это время. О. Сейчас, секунду, я разолью чай. Что варенье так просто тоже есть. Не очень. Шо? Сейчас сначала нюхаем, да? Нет, запах. Так что тебя передернуло-то? Запах давай, помидоров. Давай на запах. Помидоров варенье. Дай. Ну-ка, смотрите, сейчас мы его вывалим. Я не пойму, чем оно пахнет. Ванилью. Помидоры, вяленые помидоры, скорее всего. Мне вот ванилью пахнет, ванильным сахаром. Ваниль? Вяленые помидоры. Сереж, возьми, пожалуйста, ложечку и выложи, чтобы мне мы... Мне тоже, кстати, пахнет ванильным сахаром. Значит, ванильным сахаром значит, пахнет. Добавили ванили. Помидоры с ванилью, но тоже не варить, ну, нормально. Держи, запивать. Это извращение. Чай, еще раз повторяю, какой чай. Мы завариваем вот этот чай турецкий, вот, чтобы все видели. Это такой чай я видела в Метро и еще в продуктовом магазине Мави. Что сказал? Говорю, похоже на курагу. Очень-очень большую красную курагу. У тебя уже все течет на стол, везде. Да, где? Где на стол течет? С той стороны. Не вижу. Да. А. Так, давай, все, покажем, как они выглядят и будем пробовать. Я даже не знаю, как пробовать ее. Вот эту штуку огромную брать. Ну, давай. Давай, пробуй. Ладно. Нет, все чистенько. Отдай мне ножичек. А, ты будешь резать? Я буду резать. Секундочку, внимание, Сережа режет... Помидору варенье. Да, чтобы мы все попробовали, на маленькие части порежь. Блин, это не так просто. Она похожа на курагу по консистенции, я тебе клянусь. Ну, отлично. Может, это обманка? Кстати, это варенье не только в русском магазине. Есть еще, продается в кофейнях Читерим. Кофейни Читерим везде есть, по всей Алании. В Махмутларе есть, и в Кестеле есть, везде. Поэтому они там тоже продаются. Просто не знаю, какая стоимость. Значит, стоимость этой банки 50 лир. 50 лир мы банка тоже стоит. Заплатили. Я думаю, может, дешевле было. Да, ну мы вчера что-то были в каком-то этом припадке. Щедрости, да, и набрали всего-всего, всякой ерунды. Заведомо зная, что это не будет съедено, но, по крайней мере, мы хотя бы да, может быть, покажем все, вам... Все же непредсказуемо. Да. Покажем вам что-то такое необычненькое, не просто варенье. Я не понимаю, кому-то нафиг надо, вот просто, ну, для чего? Ну, это прикол. Какой прикол? Может быть, не прикол? Ну, варенье из баклажанов я вижу везде, везде оно, если это такая, ну, у них постоянная позиция. Страна, которая кушает фруктов. Куча всего остального. Зачем делать варенье? А зачем помидоры вяленые везде продавать? Нет, слушай, давай, ты попробуй и скажи уже. Уже знаешь, столько много болтовни. Давай, Лиза, пробуй. Говори, на что похоже. Нет, ты должна помидоры попробовать. Я не люблю помидоры, я вот просто... Слушайте, ничего ты не любишь, да? Давай. Вот эти какие-то, знаете, заелись вы. Мне придется съесть этот огромный кусок. Вот, смотрите, как он выглядит. Короче, практически ничем не отличается от сливового варенья. Ну, только слива вяленая. Между ореховым и сливовым вареньем что-то такое вот. Кто-то кушал эти орехи? Зеленые, вот, чищенные. Надо чаем запить. Короче. Между ореховым и сливовым вареньем. У меня вот тупо сладкий. Ну, да.
Я даже вкуса вычленить не могу никакого. Сама помидора на вкус напоминает варенье из зеленых орехов. Угу. Если кто-нибудь кушал когда-нибудь, когда обрезают жесткую шкурку, вот, и сами молодые вот эти орешки получаются там как-то готовят, ну, мама делала когда-то. Вот они такие хрустящие там получаются. Вот нечто похожее на сливово-ореховое варенье. Сливы, ну, вообще есть... нету. Да? Кислоты здесь нет, здесь просто нет, тупо. Нет, есть немножко, сладость. Ты мало, значит, ржевала. Ну, как бы такое. Ну, помидоры вообще не чувствуются, грубо говоря, мягко выражая. То есть захерачено все сахаром, выварено в хламище, выварено в цукаты, короче. Это не варенье, это сахар. Да. Сахар. То есть это не варенье. Вот это вот сироп. Вот это вот сахар просто. Да. То есть это не варенье, друзья. Это давайте дальше. Выварено на глушнину, вот именно вот. Это мы отставляем. No. Давайте дальше. Морковка. Не, ну, знаешь, люди разные бывают. А я лично, мы свое мнение выразили. Для нас новую просто. Мы больше не купим. Мы пробовали. Люди бывают разные. Кто-то найдет для себя там. Для себя какой-то, да, прям. Самые неестественные краски. Мы пробовали варенье из роз. Вроде неплохо было. Кстати, не по теме, хочу вам показать. Вот такие штуки мы нашли. Добавляется в чай. Видите, наборчик такой. Здесь, значит, сухой арбуз, клубника и апельсин. Продается в Биме. Рекомендуем. Прям заварили черный чай и вот это кинули это туда. Какой-то рагу. Во, овощной. Очень вкусно. Так, давайте посмотрим это. Я тебе расскажу потом, что это. Это тоже вываренный сахар, и в нем плавают куски. Нет. Это по сравнению с тем... Ну, хотя бы его можно зачерпнуть. Ну, это морковь и апельсины. То есть, естественно, морковь нахапала. Смотрите. Вкуса апельсиновой цедры, как бы, и плюс остальное, оно ароматное. А ты что себя не показываешь? Есть у меня не такой, как вчера. Лиза, ты прям похожа сейчас на жопу индюка какого-то, блин. У меня всегда так сравнивают. Ну правильно. Да, можно же... как-то вот на камеру как-то вот покультурнее. Мы же снимаем. Мы же для зрителей снимаем. Ты сделала себе сейчас лицо попа индюка. Культурный? Да. Ты же снимаешь, тебя же зрители смотрят. Ну что ж ты это? Да, ну я как скривилась. Что? Ну зрители понимают. Что ты скривила? Что морковка и апельсин по сравнению с помидорой, так это вообще шедевр. Да странное просто. Ну. Что там странное? Что? Апельсин с корочкой. Ядрёный причём. Угу. Неплохо. Ну да, кто любит такой... Ну неплохо, просто апельсин с седрой. Морковь здесь уже... Но, хотел заметить. Значит, там стояло около 30 видов, там, а то и 40 видов разных баночек. И все в этих баночках везде вот этот сахар. Понимаете? То есть там нету вываренных. То есть это просто засахаренные в сахаре фрукты и овощи. И всё, ну, могу да. сказать. Это не вареное. Это не малина вываренная, это там не черника. Видите? Вываренная. Это вот. Просто тупо... Вот, видите, это сахар. Это не варенье. Я тебе больше скажу, причем, скорее всего, это залито, скорее всего, горячим залито. Сиропом, потому что морковь, если проваривать, она же превратится в мягкую. Это просто сырые... Ну, это вяленые помидоры, залитые сиропом. Вяленые. А это просто сырые апельсины. Это не варенье. Это не варенье. Да, и стоит 50 лир, это маленькая Все баночка. Все знают, если морковь проварить, она превратится во что? Да. В кашу. Все, разоблачение от красок же. Так что за 50 лир вы покупаете просто сахарный сироп, залитый. Горячущим, кипящим сахарным сиропом. А что вкусно, мы вам показываем. Вот такое покупайте. Карамелизируется. И делайте себе чай. Это очень ароматно и очень просто на ночь супер. Блин, вот. Правда, полночи потом это можно это, но оно вкусно. Да, мы выпиваем, мы сделаем большущий чайник, завариваем вот этого чая турецкого. Вкусного. И вот эту штуку кидаем туда. Фруктов, да. И минут через 15 это просто потрясающе вкусно. Я не могу забыть его. Вкус. Но мы это экономим, только делаем на ночь. Просто хотелось что-то позитивного сказать после вот этих сахарных сиропов. Поэтому я вот нашла вот эту штуку и показала. На самом деле, как бы морковка и апельсин, ну, нормально. Если сравнивать с помидорой. Да, если сравнивать с помидором и с оливками, там, допустим. А, нет, мы брали, не брали еще оливковое. Но я, кстати, видел что-то похожее, помнишь? Да. Банка была похожа на оливковое. Сейчас, подождите минутку. Сейчас я вам покажу. За 20 лир, вот за 18, вот. Смотрите. Мигрос. Клубника. Клубничная, очень вкусное варенье. Открой, покажи консистенцию. Стоит 19 лир, такая же банка.
Но в Турции очень вкусные. Там, вот это, там прям клубники, да, кусочки. Вот это вываренное, нормальное, нормальное, нормальное варенье с целой клубникой. И это фуфло. Это разводняк. Мы именно эту марку, именно эти баночки разбираем. Мы не разбираем все, думаю, все джемы и варенье в Турции. Я думаю, вот эти позиции, это сделано именно для того, чтобы это чистая пиар-акция, вернее, да, коммерческий ход, да, такой. То есть заходит человек, что привезти из Турции, допустим, там в Россию, угу, или в Украину. Варенье из помидоров, да. Еще. Варенье из помидоров. О, класс. И мне кажется, это прям вот, угу, знаешь, как вяленые помидоры. Нахрен никому не надо сильно, там, кто их там покупает. Ой, да? Они вообще, они жесткие, не, их не, ну, проживают. Ну, все равно кто-то покупает, что-то с ним делают. А тут, прикинь, варенье можно впарить. Да. Вот придумали это. Я думаю, что турки придумывают на умершую позицию, как заработать денег. Вот и все. Все, это, как говорится, наше мнение. Точно, но... так же морковь и апельсин. Ну, апельсины и так нормально едят, но они здесь со шкуркой. Вообще кайф. Понимаешь? Угу. То есть накрошил кубами, да, полугнилушки. Огонь, варенье, то есть, ну... Так, все. Еще раз повторяем. Это наше личное мнение, наш вкус. А еще есть целые мандаринки. Целые мандаринки. Есть, есть орехи. Же... А, есть вот то, как ее, древесная мастика есть. Нет, но это мы уже не решили. Не решили мы это взять. Потом орехи грецкие есть. Есть инжира куча и все, все, все. Ну, в общем, очень много там, да, ну, всего. Так же. Нет, не бывает. Такие же ищет позиции, вот морковка с этим самым, есть в метро. Только там такие маленькие баночки, но они тоже что-то там под 100 лир стоят. Тоже мы видели, необычные. Тоже все ходили мимо. И также здесь и розовое варенье очень много. Но оно все равно не похоже на варенье вашей бабушки, которая варила это варенье. Все пролито горячим, да, сиропом. Все. Да. Поэтому... И настаивается потом. Горячим, оно не варится. Угу. Сварен сироп сахарный, мощняцкий. Но, и... но джемы и варенье вот настоящие в Турции, они, да, очень вкусные. Они очень. Это лучшее, что мы вообще где-либо ели. Но есть варианты. Так, ну все. Чай попили. Хорош, спасибо, да, вам, что были с нами. Да, да, я уезжаю. Лиза в универ. А мы умственно думать, да, Сережа? Как еще? Как еще что-нибудь вам сделать приятное? Все, всем пока. Любим, обнимаем. Пальчики вверх. Не поленитесь, пожалуйста. Чисто по-братски просим в каждом ролике. По-братски. Палец, ну, прям... вверх, просмотр. Ну или палец вниз, вверх, просмотр. Как хотите. Или вниз, просмотр. То есть, да, ну, без разницы. Ну, просто давайте так. Давайте смотрим и столько же пальцев. То есть, ну, не сложно же. Кнопочку нажмите, пожалуйста. Да. Туда-сюда. Нам, для нас-то важно, как бы, во-первых, это рост, во-вторых, расширение, в-третьих, поднятие во всяких там этих самых. Давайте, это... давайте поддержите нашу рубрику. Ну, мы готовы вам, что хотите есть. Не, что хотите есть, мы не будем. Почему это? Мы можем, что хотите, понюхать, но не есть. Да? То, да, знаешь, будем есть. Не, пробовать есть, будем. Есть одна гадость. Не, не хочу. Не, здесь нету, короче, здесь не продаются червяки, там, как в Таиланде, да, пробуют, есть, там всякие, а что, тараканы, есть, личинки. А еще а хуже. Желудок, а и все остальное хочется? Ну, вот и я не хочется. Ну, все равно мы найдем вкусные турецкие продукты и все равно будем их тестировать. Все, пока, пока. Так, а ну-ка быстро взбодрились, сказали до свидания всем. Сидят, ну, вас давайте, этими. Пускайте нас, оператор. Знаешь, такое ощущение, что тебя тут заставляют. Всем пока, до завтра, пока. До лучших дегустаций. До вкусных продуктов. До лучших дегустаций. Да, да. Что еще там просили? Уже не знаю даже, что вам. Колбасу дали, сосисок. Ну, сосисок тоже, поверьте. Сейчас анонсируем сосиски, тоже это будет не... Все, закончено. Да, все, пока.